конкурс управленцев лидеры России в Приволжском федеральном округе объявляется открытым. Участники на протяжении 4 месяцев проходили испытания, чтобы на очной ставке показать, на что способны. Полуфинал – это 2 дня работы, соперники и десятки заданий. Каких именно – секрет. Информацию не раскрывают, но кейсы конкурса помогают вычислить настоящего управленца. Всем, в принципе, очень понравился первый кейс. Он такой социальный, я бы сказал так. Он сразу бы реальную жизнь показал, как это происходит в реальности, когда за короткий период времени надо сделать какую-то глобальную, серьезную задачу. Задачу можно решить, работая в команде. И здесь возникают конфликты управленцев. Сегодняшний полуфинал особенно сложен своей конкуренцией. Почти каждая 5-я заявка из поступивших на конкурс пришла именно из Приволжского федерального округа. Около 42 тысяч заявок. Ну и, как Глеб Сергеевич сказал, показывают себя хорошо и представители Приволжья вообще, и Нижегородской области в частности. Ну и, конечно, действительно, как вы сказали, мы за всех переживаем, болеем и желаем успеха. Самое большое число полуфиналистов представляет Нижегородская область и Татарстан – по 42 человека. Любой конкурс, любой сезон конкурса – это возможность для людей самопроверки, приобретения уверенности в себе. Например, те, кто победил, многие из них получили какие-то кадровые назначения. Я сейчас говорю про страну в целом, про Нижегородскую область. Некоторые там и губернаторами стали, некоторые министрами. Партнеры 3-го сезона «Лидеров России» уже интересуются победителями, сказал руководитель конкурса. Но точных позиций пока не выдал. Кто же сражается за место в финале? Представитель фармацевтической компании. Соревновательный дух не очень близок, потому что я участник-победитель более 40 олимпиад, но это было давно, еще в школе. И сейчас каждый новый профессиональный конкурс – это новый опыт и еще один шанс подтвердить то, что я все еще могу. За выход в финал борется аудитор Счетной палаты Татарстана. Я вновь в полуфинале, настроен на победу, чтобы принять участие в образовательной программе для победителей конкурса. Есть представительница социального проекта «Мама 9 детей, 4 родных и 5 приемных». Знаете, как бывает у мам, которые постоянно в зоопарке, что ты занимаешься своим делом, детьми, еще чем-то, но на себя, на свой личный рост, на повышение своих компетенций, на то, чтобы вот просто найти время и заняться своим апгрейдом. Это, как правило, на это время не хватает. Каждое слово, действие и решение участников оценивают эксперты. Мы предложили полуфиналистам встать на их место и оценить конкурентов. Все очень интересные. Каждый по-своему лидер, каждый по-своему интересный просто человек и профессионал своей области. И поэтому это подкупает, и сделать выбор сразу, вот сказать, что вот этот вот выйдет, а этот нет, наверное, пока преждевременно. Финал конкурса пройдет в Сочи весной этого года. Удачи, нижегородцы! Александра Шеломцева, Максим Веселов. Время новостей.